Такая работа важна как для следствия, так и для родственников, которые, конечно же, надеются проводить в последний путь погибших. Силы сохраняйте, но впереди у нас еще очень много работы. Наверное, на месяц, а то на больше будем организовывать постоянный мониторинг здесь. Люди будут, да. Будут. Будем дежурить, да. И главное, чтобы было понимание, что все, что сегодня может способствовать, чтобы все останки извлечь из моря, мы максимально к этим всем способам прибегаем. Ваша работа, даже вот внешне, через 50-100 метров стоят спасатели, вы мониторите берег. Поверьте, это необходимо. Не потому, что что-то делать, это необходимо, прошу за тавтологию, что есть родственники погибших. И, как любой из нас, я уже говорил, пока не захоронят своих родственников, те, которые погибли в авиакатастрофе, их душа и сердце не успокоятся. Поэтому просто давайте подходить к этой боли как к своей.